Несколько ударов ковшом экскаватора, и от некогда крепкой постройки остаются одни руины. Такая незавидная судьба постигла двухэтажку на улице Победы. Построена она была еще в 2010 году, как теперь уже доказано в суде, незаконно. Ее хозяйка, чье имя приставы не разглашают, изначально планировала здание под кафе. Затем первый этаж переделали под автомойку, а уже в 2014 году здесь открылся спортивный комплекс. Все это время в судах шли бесконечные процессы, которые закончились решением окончательным. Здание подлежит сносу. Причем разрушить его должны были сами владельцы, что последние, разумеется, не собирались делать. И эта обязанность легла на городские власти. На администрацию города городского округа Самары возложена обязанность о сносе возведенного здания. Должник уведомлен надлежащим образом. Соответствующие службы привлечены в установленном порядке. Собственники незаконной постройки и здесь доставили немало проблем, превратив двухэтажку в неприступную крепость. Внутрь не пускали ни грузчиков, ни нашу съемочную группу. Мнения местных жителей о судьбе бывшей автомойки разделились. Одни были не против здания сохранить, другие требовали его снести. Оно незаконно здесь построило, и солнце у нас украли. Не надо нам его, не надо его. У нас и газона даже ничего не растет в газонах. Юристы, конечно, хорошо работают, они молодцы, все грамотно, все в рамках закона исполнялись. Но и мы действуем только в рамках закона, по-другому никак, других действий с нашей стороны и не было никогда. Ну, задача реализованная, сейчас будут рассматриваться и другие незаконные объекты. А незарегистрированных объектов в Самаре хватает. Городские власти будут бороться с ними двумя способами. Либо бизнес легализуется и начинает платить налоги, либо здания будут снесены, как это произошло на улице Победы. Андрей Горгуленко, Станислав Левин, Артем Сулайманов, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События.